Здравствуйте. Как-то раз во время ремонта у меня не было капроновой стяжки нужной длины. И я проделал вот такой трюк. Двое рядом стоящих, в общем-то, взрослых человека были этому очень удивлены. Потому решил сделать ролик. Возможно, этого кто-то еще не знает. Кончики можно вот так вот не до конца обрезать. И для надежности заплавить. Делаю это на примере вот этой крышечки. Спасибо за просмотр. Возможно, кому-то в какой-либо ситуации поможет.